Чего они так хрюкают? А? Чего они так хрюкают у тебя? Наверное, я намочила, и они там чуть не привлажные, поэтому... Дальше не хрюкли, Мы когда ходим в долину роз, сколько там километров получается? Там километров 10. Если туда и обратно? Нет, туда и обратно уже 4-5. Чего они это так хрюкают? А? Чего они так хрюкают у тебя? А, наверное, я намочила, и они там чуть не привлажные, поэтому... А ты отсюда шла? А я туда ходила, нифига себе, как не перейти. Постояла, там вот так тихонечко, мы встретили. Видишь, у них шнурок привязан близко к дороге. Мы можем встать, спокойненько побежать и дать ей под зад. Ну, привязали. Чего да не даст она тебе под зад, иди давай. Чего не к дороге привязали? Да иди уже. Иди. Уже обосрала, перепошла. Да у нее здесь туалет, он просто туалет. Он показывал, что он плыл на лодке, а она просто плыла. Вот на этих лодочках, в принципе, было это видно уже. Куда? Вот это? Там было раньше на той стороне лавандовое поле большое. Да. При Советском Союзе. Там какая-то парфюмерная даже фабрика была в Крюлянах. Да. Или какое-то НПО. Мы будем идти до упора, потом, если не будет по берегу уже дороги, поднимемся туда наверх. Смотри, что дорога потихонечку уже заканчивается. Я думала, что нам лучше подняться по этой дорожке. Идем дальше. Потому что там будут карабки. Будут там тоже ступеньки.
А на лодках все. Снимаю. Какой крупняк. Фотографировать. Thank you.
человек. Вот так вот. А ты что, уже выдула бутылку компота? А сколько там было? Это ты выдула его? Я дома тут по сходила, одну маленькую банку сходила, и потом была большая. Ну, и налила, там было полбутылки маленькой бутылочки. Я выдал пару стаканов, по-моему, всего. И у нее сдают дома как свадьба. Дачу, знаешь? Ну да. Там дорожка есть, там какой-то бетон. Ну по бетону, а потом там спустимся дальше. Снять тебе эту тоже? Давай, сними. Иди давай. Вот это снимай. Ну снимай давай. Тут давай, там давай.
аккуратно. Иди давай я хочу окунуться уже. А что давай, я буду сбивать телефон, вообще бы приехал на неделю. Света, идем дальше. Туда, да. Туда. Я окунулся. Идем туда. Серёжа, подойди ко мне, подойди. Сережа сполоснулся, свеженький. Хорошо, правда? Водичка клевая. Тарелку поправь. Ну все нормально. Вот тут пенечки такие сделаны. Какая-то дачка там красивая. Вот. Полноводная река. Такой щупчик.